У многіх людзей упэўненасць, са мной нічога не здарыцца. Таму і актыўнасць страхавога рынку ў Беларусі пакуль невысока. У сувязі з гэтым і з'явіўся тыдзень страхавой пісьменнасці. Страхаванне на сегодняшний день – это самый эффективный способ, который придуман человечеством для защиты имущественных интересов гражданина. Дом, квартира, машина, портативное устройство, здоровье, в конце концов, то есть те самые ценные вещи, которые сегодня есть, страхование позволяет их защитить в финансовом плане. Например, автомобилистам рассказывают про переваги комплексного страхования. Вы на автомобиле ездите, и также должны знать, что существует комплексное страхование, не только обязательное. У вас же есть страховочка обязательная? Конечно. Автокаска не имеется такой договор? Нет. Обязательно надо приобрести? Возьмите, почитайте наши услуги. Здесь, если вы будете виновником ДТП, мы также будем вам выплачивать. Не надо, лучше я не буду. Ну, для этого существует страхование, чтобы вы могли себе предупредить эти случаи. Возьмите нашу информацию. Спасибо. Домоуладальнікам, у якіх ёсць абавязковая страхоўка, спецыялісты растлумачваюць, што яна пакрывае толькі палову урону пры няшчасным выпадку. Спецыялісты кажуць, страхоўка дазваляе чалавеку адчуваць сябе больш упэўнена і спакойна і зніжае верагоднасць, што форс-мажор пераўтварыцца ў ля-мінор. Андрэй Шуляк, Сергей Карпяков, Юры Ауласцоў, навіны рэгіёна.